Вот, я поехал к Устиновым, они картошку копают, спросить, нужна нет помощь, потому что мы с Володей свободны сегодня. Да ну, да так, как будто обойдемся, ну так, не очень отказывались. А потом говорит, а что Виталий-то пошел так тепло, ну там же ветер дует. Ну я вернулся, Володя говорит, да он теплолюбивый. А я не понял, думал, холодолюбивый-то. Вот эта шинелка подойдет, а он, говорит, ее носил. Ну и все. Вот я приехал попроведать его, записать. Сегодня 14 сентября, последний день, до обеда его наняли пасти. Пускай идут. Они вон дойдут сейчас до этой. Вон она, до травы зеленой. Да, там поглядывай. Ты вот за это уже не запускай, за грань зеленую. Тут все время нас насторожи, и сильно заверни, а потом дальше. Вон они, видишь, как воткнулись в зеленое овечки-то. А ты бы не допустил их, а там никто почти не пасет. Боятся, что вот она подошла, гляди, на зеленую траву. Вот да, она. Сейчас, сейчас, подошла, ничего. Это вот она. Это она, да? Ну, их вот она самая, вот, не послу... вот эта белая. Вот это. Вон она дошла, как будто бы далеко. А на самом деле она зеленую траву ищет. Ей этот не нужен ячмень. Пускай. Давайте проверим. Эксперимент. Давай проверим. Вот нужен это увидала, ячмень. Что та зеленая, смотри, прямо от середки вот. Идет. Ну что? Что такое, а? Да хорошенькие мои такие. Ну они тут, конечно, полезут. Посмотреть, может, что они будут делать. Давайте. Все, пошла массовка. Так, пошла она зеленая. Как интересно, пойдут, нет, они на ячмень? Проверку сделать. Вот она прям рядом идет с ячменем, а в него не лезет. Видишь как? И вон там зеленая около березок. Пусть оттуда доходит, а внутрь запускай. Это маневр такой у них. Они смотрят. То есть у тебя они не вызывают доверия. Вот видишь, потеряли корову доверие это. Товарищ Берия потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Так, все, гони. Пошла. Так, подожди. Еще они не зашли. Все, поворачивай назад. Эх, коровы, коровы, подвели вы меня. А я тут стою. Хорошо коров пасти. Мы выросли на поле, поэтому хорошо знаем, где какое пастбище. Ласточки не улетели еще, значит, тепло будет. Если ласточки уже пошли за барьер, то все. Значит, холода впритык. А я сам-то одетый, абы как. Поеду сейчас к барабашам, спрошу, нужны нет работники им. Работники. Все! Не надо больше, не надо! Все, иди сюда, иди сюда. Не трогай их, вот так подойди вплотную туда и боком пройди. Вот корова. Не надо, пускай, пускай. Вот смотри, они дошли, около овечек, и дальше не идут. Шли быстрым шагом, остановились. Это проверка. Дальше. Но тут ничего не сделаешь. Трава хорошая, надо скармливать. Корова на хозяев похожа один в один. Какие хозяи, такие коровы. Так, подожди, стоят нормально, види. Вот они дошли, сейчас пойдет они вон туда, тогда завернуть надо будет. Отсюда-то видать, вот она, деревня рядом. Далеко. По уголькам ходить, значит, да, Игнать? Нет, угольков нету тут. Все нормально у нас. Ну, эта трава-то зеленая под нами-то. Почему не допустить? Ну, я их сюда близко не допускаю. Потому что... Ну, ничего не будет. Вот она ближе идет. Пусть они попробуют. Они идут вот
туда, в лес, на луга хотят. Не вот надо туда, далекие. Батюшка не велел. Ну, а они хотят. Ну, а ты развернешь. Вот он подходит бы, сейчас проверю, пойдет он дальше или конечно. Нет. Вот он вплотную уже, ну, рядом, метров инстинкт пять. Он как... Ласточки летают, все. Вот она подошла рядом. Надо проверить, пойдет она на ячмень или нет. А тогда опять заверни, заверни и туда только толкни их. Обязательно пойдет. Ну, может и не пойдет. Вот была бы тут эта линия электрическая-то. Да хотя бы колючка. Колючка это плохо, порвется. Вот они идут. Пасти это не просто держать их где-то. Она самая зеленая. Вот она подошли, види. Там они берут зеленую сейчас. Тогда никто не подгоняет. Все боятся ячменя. Бояться не надо. Может мне их сводить, попоить, да, туда, на ваш... А как ты провел мимо и не напоил? Нет, сразу сюда. Да я же тебе сказал, первым делом к пруду напоить. И обратно тоже через пруд. Я уж сколько раз это говорил. Что-то ты никак это я не... Я в конце, я думал... И, ну ладно. В самом начале, как выгоняешь, гнать через пруд и обратно тоже через пруд. Еще непонятно. Вот смотри, они уже... Не трогай пока. Вот наблюдай. Гляди, вплотную подошла. Так, ну-ка, теперь заверни. Нет, она еще не на ячмене. Она один взяла. Ну, один взяла колосок. Ты чего уж такой жадный? Вот они вплотную подошли. Пасти это значит бдеть надо, смотреть за ними. Вот они мы отошли, гляди. Вот они вплотную уже подходят. И здесь вот он ячмень. Смотрите, вот Игнатий, смотрите. Оп-оп. Все, назад. Назад, бичом, порони его. Порони, догони, бей бичом. Во! Так, подожди там, стой там пока, стой. Как там полезут в ячмень, так гони. Соблазн какой. Пока не надо, они хорошо пасутся. Стой там пока. Пасти это не абы как. Это надо накормить самой хорошей травкой. Вот мы выросли. Вот я вот плохо слышу. А когда хорошо слышу, вот они лягут, наедятся. Сухая трава вокруг уже. И я прилягу, и заснул, бывает. И они только корову поднимаются, легли, травой зашелестели, а они ближе, чем 10 метров не подойдешь. И я во сне слышал шелест травы. У меня был слух просто отличный. А потом вот физическое было тут нарушение, проткнуло перепонку, что ли. Далее погнался за ними, не стал ждать. Где-то там он идет. Все, оделся в шинелку, нормально. Получается, будет стараться, получится. Вот он вплотную уже подошел. Ну тут 2 метра. Телочка хорошая. Посерединкой. Там это Игоря Барабаша поле. Травить не надо. А там ветер повалил сколько, половина поля. Вот вплотную подошел. Подошла. Еще ничего. Теперь. Нет, еще пока не трогает, хотя морда уже среди ячменя. Она траву выбирает. Дальше нет, еще сама повернула. Вот видишь как? А тут кто будет пасти? Да никто. Они их за 50 метров не допускают. Все, сама повернула. Виталий молодец, как пастух настоящий. Их тех не стал трогать овечек, они повернули назад.
Потихонечку так, отойди вот так, вокруг, обойди в сторонку, вот сюда вот обойди. А эти увидели мою сумку, и что ж такое? Вот эта тёлочка, она зашла вплотную, голову сунула между ячменем и травой ест зеленую. А ни одного колоска не сорвала, повернула назад. Не все одинаковые. Ну, я... Вот эта тёлочка, вот. Значит, она у них хозяева такие. Скорее всего, барабаша это. Может быть так. Ты когда хочешь стегнуть скотину, ты не маши бичом, а беги как будто просто, а потом догоняй за себя бичом тогда. А ты бежишь и машешь бичом, а они тебя и боятся, ты не можешь даже стегнуть ее. Все, они вон за овцами пошли. Так, овцы куда пошли? Пить, наверное. Ну, не знаю. Не пить, а туда, на поля. Не на поля, там все убрали. Убран, но они там любят тоже. Там, там ничего нету. Там горох остался. Нет, там его собрали они. Ну, он валяется на земле. Ну, значит, нельзя. А они его есть не будут. У них зубов-то нет. Вон, видишь, как обходит вокруг. Они не идут на это, им трава нужна. Ну, это им. А этим нужна, белым он. Может быть и так. Видишь, как на зелень запустили. Тут головой крути налево-направо. И ты накормишь, как никто не накормит. Здесь трава не тронутая. Зелень. А вон туда, дальше-то, на бугре. Там, видать, линия высокой передачи. Это высоковольтная. За бугром. Ну да, разбрелись они хорошо, конечно. Вон там, видать. Два ряда. А это к нам электричество 10 тысяч идет. А там, конечно, больше высоковольтно. Так, вот смотри, они идут рядом, вплотную не заходят. Вот она голову сунула. Она может только попробовать, колосок сорвет. Она... Так, все, теперь можно гнать. Так, бычок подходит тут, а там он. Это Люба Минаева, а дальше там крыша, видать, это Володя Пащенко дом. Вот тут где-то, видать, даже мою скворечинку. Вот она, выше крыши. Солнце поднялось сегодня. Ветер холодный, но терпимо. Я в этом пиджачке и сверху это свой желтый. Мне уйти-то нельзя. Все на этом, однако. Овечки там закатились, а он пошел за ними.